Анонс и точно до выхода третьей серии сериала «Игры». Третья серия сериала выйдет на Кинопоиск HD 10 августа. Ранее в сериале мы увидели Олимпиаду 80-го года. Громкое спортивное мероприятие, отличавшееся от предыдущих по многим критериям. Они стали самыми игнорируемыми, 60 стран бойкотировали свое участие в играх и впервые проводились на территории социалистического государства. Главный герой сериала «Игры» – сын работника профсоюза, который постоянно выкидывает что-то новое. Отцу надоедает выходки сына, и он отправляет его на исправительные работы, волонтером в организационный комитет, занимающийся подготовкой к Олимпиаде 80. Руководит процессом требовательная Ирина, которая ценит прежде всего ответственность и исполнительность, поэтому не собирается давать поблажки богатому наследнику. Так Игорь оказывается по ту сторону мирового события, где его ждут неожиданные знакомства, формирование новых взглядов на жизнь и драма, сопровождающая каждый день подготовки к Олимпиаде. Третья серия сериала выйдет в эфир 10 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.